Доброго вечерочка всем, друзья. Вот иду от дочери и решила подойти к нашему пруду. Здесь у них пруд недалеко. Снять. И тут смотрите, сколько в перышках друзей приплыло. Вот воды много здесь, смотрите, вот здесь внизу. Покажу ступеньки, а дальше плита, и вот она вся в воде. Пруду как много водички в этом году. Я ходила, но я не снимала, потому что посмотрю, и не было их. Они где-то жили в тресте, может, на селигере самом, и утятки все выросли там, а видите, вот там, вот там маленькие, и они уже оперились к осени, все равно видно, что это, вот там два, вот, вот они уже как бы есть здесь и выросли какие-то, вот, вон селезни, мне очень нравятся красивые селезни, ну это вот так. Не, вот еще. Ой, как прилетела, как кора. Мне нравится, как они тормозят. Так здорово. Лапками своими. Ш-ш-ш, вот так. Ну, вот такой вам коротенький релакс от водички, от уточек и от любашки. А вон там одна на столбике сидит. Смотрите. Ой, сейчас я увеличу. Оп-оп. Забралась. Эти перышки чистит. Ну все, друзья, всем пока, до встречки, пока-пока.